Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами облетаем F-14B, очередная модификация Tomcat. Первая вызывала уважение и любовь, и в общем-то машина была достаточно годной, ну а это вызывает даже привыкание. По сравнению с базовой моделью у нас немного возросла мощность двигателей, сами они стали более экономными, ну а также поменялось радиоэлектронное оборудование. Тут очень много нюансов, и если вы хотите с ними разобраться, лучше почитать самостоятельно. Но в целом это все сделало Tomcat более опасным. К улучшенному Брэу также добавился и специальный контейнер целеуказания Lantern. Это делает машину высокоточной и позволяет применять разнообразные боеприпасы. Ну, например, такие как PV-3, PV-2. Причем, используя этот контейнер, мы можем действовать в плохих и сложных метеоусловиях в любое время дня и ночи. Говоря о вооружении, здесь нужно отметить также новинки. У нас появились новые Фениксы, АИМ-54С. Эта модификация ракеты позволяет более успешно поражать цели. Дело в том, что американцы также здесь внесли некоторые изменения в ее электронную начинку, и в итоге ракета атакует цель по более оптимальным траекториям. К тому же и уворачиваться от этой ракеты стало немного сложнее. Возможно, я ошибаюсь, но по своему опыту могу сказать, что из 4 пущенных ракет 2 почти всегда находят цель. Но все-таки АИМ-54С не самое страшное оружие, у нас также есть и АИМ-7М Sparrow, и вот они там, может быть, в каких-то моментах будут поопаснее. До 6 штук можем взять, Фениксы доступны в количестве также 6 штук. Ну а для ближнего боя у нас есть АИМ-9Л, 4 штуки. Прекрасные ракеты, наверное, одни из самых стабильных уже на протяжении нескольких месяцев. Как я уже говорил, у нас есть разнообразные КАБы. Тут тебе и GBU-16, и GBU-10, и GBU-24. Понятное дело, 24-е достаточно большие, 2000-фунтовые КАБы, их можно взять всего лишь 2 штуки, ну а вот уже GBU-16 можно взять 4. Равно как и GBU-12, тоже 4 штуки. Естественно, у нас есть и свободно падающие бомбы. Так, нам доступны 4 2000-фунтовых бомбы, можно взять 14-500-фунтовок, либо 4000-фунтовых бомбы. Есть и новинка, штурмовые авиабомбы. Здесь можно взять либо 500-ки, их 14 штук нам доступно, но либо выбрать в варианте 1000-фунтовых, и всего лишь 4 единицы доступно. Присутствуют и нары, Zuni Mark 32, всего лишь 16 штук, но Zuni по-прежнему хороши. Другое дело, что все это великолепие применять довольно сложно из-за засилия ЗРК. Чаще всего небо так перекрыто, что войти в зону действия и отработать ты не можешь. А поэтому чаще всего ты используешь машину как истребитель. В воздушных боях действительно шансов на победу будет больше. Ну и следует в целом указать, что машина достаточно приятная, неплохая. Да, где-то по маневренности уступает МиГу-29, F-16, но тем не менее хороша. Ну и если не лезть на рожон и играть совместно с вашими союзниками или отталкиваясь от их действий, то варианты могут быть неплохие. Ну и если коротко, поздравляем с отличным самолетом самую недооцененную и слаборазвитую ветку развития в игре. Всем чистого неба и отличного настроения!